это я заряжаю. А? Заряжаю. Что, жидкость не должна открыта быть? Да, без разницы. Без разницы? Да. Я закрою потом, если она живая бутылка. Если не будет живая, то... Все в солярке. Сейчас вилка, блядь, попадает туда. Не дает ходу. Соляркой воняем. Держи. Я вышел. Где вода? Там вода. Потому что нам надо отсоединить. Один в один. Что 2,5, 2,8 предыдущий сенсор распредвала. Одинаково. Да. Все. Сейчас вот этот болт откручу.
Все, можем, да. И отключу полностью крышу клапана. Ладно, вместе поедет. Не надо, пускай соляной, и все так будет. Оцени. Так, смотри, надо вот это брать. Мы вот тут уже посмотрели его разу. Вот так вот. Потом сенсор снимается. Да, вот это. Смотри, сейчас, дай. Вот так, да, нажимаете, да. Аккуратно все. Ломайте. Все. Не ломайте, его не слушайте. Только да. Я сам надо, его. Сначала назад. Можно, сынок. Да вот отсюда сделай и все. Ну, больше ничего не надо. Нажимай. Вот так делаю, понятно. Чтоб мусор не попал. Понятно. Так, это вот наша обратка. Его надо положить где-то, где песок есть побольше. Куда его положить, попробуй. Короче, вот тут сделали, сейчас вот сюда нужно. Вот это открутили вакуумную трубочку. Сразу не давал, да. Это трубку держит. Вот я тоже.
сейчас этот. И вон тот крайний. Сейчас покажу. Этот. И вот тут крайний. С этой стороны тут уже руками надо скручивать, 17 короче. Вот это сейчас надо бить. Так, постучать и брать. Сальник сколевал вместе, распредвал вместе вытереть ее, короче. Сейчас это все надо скрутить. Вот его расположение, смотрите. Я думаю, что нам пригодится. Что там? Ключом вот таким, вот таким ключом.
Японцы хорошо делают, они все делают на мелких резьбах. Большой плюс. Но я немножко в одежке продержал. И она так легко пошел. Я, честно, я даже удивлен. Что я его открутил. Такие маленькие. С нержавейки, наверное, сделал. Нержавеец. Еще один. Да. Я уже сделал за время, когда есть. Уже темно, бля. Быстро темнеет, зараза. Медленно. Надо его открутить. И фишка синяя. Генератор вытянуть надо. И ремень снять. Снизу, сверху, по две штуки, короче. Зипом закрылся. Да, сейчас. Этот еще вот. Этот тоже откручивается, он будет мешать. Так, раз, два. Гайки хорошо откручиваются пока. Мне самое главное коллектор открутить. Самое главное. Еще одним проводом вниз, вот. Вот он здесь провод тоже. Надо его. Если вы хотите что-то вкрутить, надо ВДшкой брызгать. Чтоб с той стороны, с этой стороны, чтобы же не били. И откручивать. Что мы в курсе делаем. Так немножко легче. Сейчас этот шланг там, и там, где турбо.
так по порядке все. Сверху, потом с нижней. Потом надо вниз лезть, турбу от блока открутить. Там ключ на 10. На 16. Здесь. И здесь вытягиваем вверх, там внизу. Замок. Здесь замок. Сиди сюда. Замок здесь и замок здесь. Вот. Ну и внизу также. А замок нет, не внизу замка нет просто. Потом сенсор отключил. Сенсор отключил. Вот он. Идет сюда, вот он. Сенсор. Температура. Так, мы здесь все освободили. Буквально все. Остается мне еще сделать. Остается мне крючок. Это обратка масла от турбы. Вот это отсоединится. Потому что когда я его толкаю, во всех машинах в основном он не пускает. Видите? Его надо соединить. Болт длинный, это здесь. Тут короткий. Потому что, нет, короткий, потому что он упрется.
линию, да. А, он упрется, но он упрется. Вот когда будете это соедините, с ним вместе должен вылезти. Вам надо обязательно, потому что эту трубку он будет упирать, также этот. Я вам не даст голову вытяну. Это тоже надо еще один и два открутить. Одну здесь была, я, по-моему, записывал, да. Ход даст вытянуть его. Сейчас надо вот этот болт открутить. Сейчас масло может политься, так что готовьтесь лицо убирать. Короче говоря, она сейчас должна вылезти. Все, выскочил.
голову крутили. Ну, клапана. Встречались или нет? Ну, мы посмотрим сейчас. Да, сейчас выключу. Это первый хороший, ну. Все в масле, ё-моё. В масле, да. Представляешь, как масло все туда попадало. Это первый, второй, третий, вот четвертый. Четвертый у меня в порядке. Четвертый не в порядке. Ну это с твоими глазами ты посмотришь. Все, ребят, я показал, как снять голову 2.8 красный корабля 10-го года. Все, всем пока. У кого какие вопросы, там через комментарии ставьте лайки. Вот этот нам шланг мешал. Да, 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 кстати, да, вот этот шланг мешал, он здесь был, вот снизу. Ну, мне надо было, конечно, термостат. Снялись за это, что ну короче, все понял, прокладка, бляха, ну. Понял. Все, всем пока, удачи, ставьте лайки.